Здравствуйте, друзья! Пришла весна, уже апрель месяц, пошли яички у фазанов, решил сделать, так сказать, обзорчик вольера опять. Так, заходим, закрываем. Здесь у них кормушка, так сказать, для зелени рубленой. Для добавок всяких. Картошку варю, когда курям даю. Им тоже кидаю. В общем, для всего. Это самочки, самочки, самочки. Конечно, понарывали. Тут землю едят ужас. Водичка ихняя. Когда какие поилки ставлю. Когда такие, когда такие. Вот, заходим. Несутся, но сначала думал делать вот такие домики, это у меня с другого вольера лишний, перенес сюда. Несутся, как всегда, где попало, на то. Хотя, бывает и в этом самом, если сразу не заберу, бывает, заходишь в обед, там по 4-5 штучек в одном месте лежит, бывает в разброс. Сегодня утром уже собирал, обхожу 3 раза в день, собираю яички, кстати, яичко лежит, надо забрать. Обхожу 3 раза в день, ну, чтобы не было расклёва яйца. Яйцо штука необходимая. Вот, все повыходили. Петушков у меня здесь больше, чем достаточно. Поэтому оплот, я думаю, будет хороший. Топчут прилично. Я смотрю, ну, не дают. А вон еще яичко лежит. Здесь все те же кормушки с кормами и для минералки здесь ракушка имел. Яичко еще лежит. Сегодня 8 слабовато пока, ну еще, так сказать, 2 часа дня. Может, еще будет. Здесь такая будочка. Валялась доска с билд. Чисто. Укрытие. Вот покажу племенной материал. Как я проверяю, так сказать, хороших самцов. Рабочих, нерабочих. Если хвост обломанный. Или короткий, ну, в основном обломанный, грязный, значит, он кроет нормально, поэтому и хвост у него ломается, так сказать, так само и у самочек видно, где топчет очень сильно, то есть хвосты поджатые, обломанные. Такое вот. Чувствуешь себя здесь прекрасно. Расклева нет, не дерутся, хотя я и самцов и поочковал. Шифер вот так лишний у меня был, я поставил, он в основном для зимы, так сказать, чтобы снега меньше под накрытие набивало. Буду скоро его убирать, хотя может в жару будет укрытие от солнца, посмотрим, буду не буду. Чаще заходишь, они не такие дикие. То есть... Побежал. Куда бы их выгнать туда. В общем, вот такой у меня племенной материал. Здесь в основном разнокровки. Бралось яйцо из 3 питомников. Здесь мне молодые, 2-летки самки. Я думаю, племенной материал хороший. Я им доволен.
отбиралось лучшее, как самки, так и самцы. То есть выбраковку я делал, не все подряд оставляю. Ну все, в принципе, я показал, как они содержатся сейчас. Да, сейчас часто даю зеленки, там одуванчик, этого сюда им даю. Сено само собой даю. И да, все хорошо, потому что травы сейчас мало. А зеленка им надо. В принципе, выхожу снаружи, еще покажу. Кто забыл, ничего не поменялось. Вот так. Сеткой рабицей для вольер. Вольер по размерам, я бы сказал, приличный, не мелкий. Я бы сделал и больше, если бы у тебя территория позволяет. Пока позволяет только на этот. Ну а так, в принципе, все. Все, что хотел, показал. Ставим лайки, кому понравилось. Дизлайки, кому не понравилось. Не забываем подписываться. Всем пока.